А играли в хоккей сегодня в Екатеринбурге. Фонд Шипулина продолжает свою деятельность. В Ледовом дворце «Уралец» команда, в состав которой вошли известные спортсмены, во главе с капитаном Антоном Шипулиным сыграла благотворительную встречу против правительства области. Все деньги с продажи билетов пойдут на обновление спортивной площадки детского дома. Игра вызвала небывалый ажиотаж. Ледовый дворец был заполнен почти под завязку. Команды то и дело радовали яркими, как шлем Бобровского, комбинациями. Чаши весов качались в разные стороны. Ревели трибуны. В основное время встречи сильнейшего выявить не удалось. Все решилось в серии буллитов, где эффектную победную точку поставил олимпийский чемпион, быстрый как Овечкин, Александр Легков. Самое главное, это было сбор денег для детского дома. И я думаю, что если это даст большой шаг к будущему развитию нашей благотворительной деятельности, то мы с удовольствием еще не раз повторим такое. Посмотрим, как будет. И еще раз спасибо всем участникам, которые пришли сегодня на мероприятие. Антон, боялись проиграть? Конечно, против нас играли очень сильные соперники. И, ну, мы получали больше удовольствия. Я бы сказал, что нет проигравших, нет победителей. Сегодня мы преследовали одну большую цель. Это популяризация и сбор денег для Серовского детского дома. Поэтому мы получали просто удовольствие.